И снова здравствуйте, всем привет, Скульптурис Альфа 6, и в этом ролике хотелось бы начать делать персонажа именно бога из Моаны, это Мауи. Давайте рассмотрим типаж головы, как это все дело сделать, да? И вот у нас сфера, здесь у нас симметрия. Мы ее выставляем, делим пополам и колесиком поворачиваем вот сюда, вот так, на бок. Вот эту вот заготовку. Так, ставим вот этот драйв и вот так вот намечаем ухо. Так, плоховасто, потому что нужно прибавить наполовину детализацию. Будем, наверное, наполовину так лепить. О, уже радостней. Итак, уши намечены. Теперь давайте через Alt и левая кнопка мыши сделаем пазы для глаз. Вот так вот. Ну и наметим нос. Пока все намечаем. Так, Shift, правая кнопка мыши, выравниваем все это дело. И проводим, нам нужно теперь наметить рот. Поначалу все опять же будет страшно. Не волнуйтесь, здесь вот подбираем переносицу, намечаем пока нос вот таким вот образом, вот так. Ну и добавим щеки, наверное, пока. Вот так вот отведем и поднакидаем щеки. Так, есть подбородок, тоже наметим. Вот таким образом. И наметим челюсть. Надрежем. Ну вот уже. Теперь нам понадобится губа. Давайте губу наметим. Так, эту часть. Вот так вот проведем, прям побольше, не бойтесь. И вот эту губу нижнюю тоже поднакидаем. Ну а теперь пошли доделывать самое интересное. Так, надрезаем сначала уши. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вытягиваем теперь челюсть вот эту с губами вперед. Вот так. Переносицу вот эту погружаем поглубже, вот таким вот образом. Ну вот уже наметка есть. Смотрим сверху, вот так вот не может быть у него челюсть впереди. Давайте все это дело как-то округлим. Вот так, и снизу вот эту челюсть пока немножко вот так вот вытянем. Здесь для начала пока тоже сгладим вот этой флаттеном, кисточкой. Вот так вот. Это пока наметка, повторюсь. Ну и вот эти части, вот челюсть, нужно тоже подровнять. Вот так это все дело поставить. Так, здесь вот будем теперь выравнивать губу и делать вот эти вот части брови, дуги. Так, флаттеном опять же здесь немножко приплюснем. Так, лоб немножко поднимем. Вот так как-то. Черепушку подровняем, придадим ей более-менее пока человеческий вид. Ну и погнали теперь делать клеем. Вот так все это дело здесь. На низкой детализации поднакидываем побольше. Так, смотрим, что тут да как. Вот так все это дело кидаем. Теперь чуть-чуть еще вот так поднакидаем. Ну, вроде пойдет пока. Здесь попрорежем глаза, понаметим. Здесь сделаем прорезь. Так, вот эту часть, где нос, и вот так вот, и где челюсть тоже.
Вот эти части поставим, они чуть поменьше. Так, что еще у нас тут получается? Рот немножко. Вот так вот проведем. Ну и давайте работать пока, наверное, с носом. Так. Нос намечен. Все намечено. Вот здесь вот лишнее нужно поприбрать. И уже вот этим флатоном немножко порисовать. Вот так как-то. Так. Здесь приподнять. Здесь добавить объем. Немного шифтом все это дело пока выгладим, чтобы мягче было. И надрежем вот эти вот части. Вот так вот. Здесь теперь немножко погрузим вниз. Так, здесь пока вот так. И тут вот главное на ушах сыграть. Уши прям побольше пока вытягиваем. И пониже их опускаем. Надрезаем уши. Так, вот этой кисточкой. Так. Намечаем, как они будут выглядеть. Теперь ставим драйв через Alt, делаем ноздри. Вот так побольше, поглубже. Так. Вот так. Здесь нос. Приподнимаем чуть-чуть вот эту часть. Смотрим, где тут. Вот так ноздри немножко уводим в бок, вглубь. Ну и пока не наметим именно губы, внешнего вида у персонажа не будет. Здесь прям флатоном проходим. Вот так. И вот эту часть. Вот эту часть. Прям поднимаем выше. Вот так вот. Так. И немножко выводим ее вперед. Так, вот эту часть немножко нужно подсадить глубже. Вот таким вот образом. А челюсть немножко отдать вперед. Вот так. Во. Ну вот уже он вроде как похожой. Так, уши поправляем. Немножко челюсти, еще вот эти скулы, вот эти части вперед. Надо наметить через Alt нормально глаза. Если нормально глазницы не будет выглядеть, персонаж не получится. Так. Ну вот уже что-то. Нос. Вот эту часть нужно немножко вот так усадить. Дуги бровные немножко приподнять. И лоб немножко вывести вперед. Вот так вот. Так. Немножко губы опять же вперед. И нос с губами немножко приподнять. Вот уже что-то получается. Ну, вот эту губу чуть-чуть еще вперед. Давайте надрежем так. Вот это он. Вот так вот. Во. И здесь сразу, чтобы не забыть, добавим Ctrl-Z через клей. Давайте работать через клей. Вот эти вот части. Так, здесь добавляем вот так вот. Вздутость. И добавляем немножко на голову вот сюда вот так. Во. Ну, в принципе, еще нужно уши
наметить. Это уже без клея. Здесь вот так вот их выбираем. И делаем им форму. Так, здесь они уходят так. А вот эта часть вот как бы вот таким вот образом. Так, надрезать надо уши сзади. И тогда заиграет уже персонаж нормально. Вот таким вот образом надрез делаем. Так, здесь тоже ставим вот эти мягкие части. Ухо немножко проходим флаттеном. Как бы закругляем. Так. И мочку уха подаем вперед. Вот эту. Оп. Вот так. И дорисуем мочку. Побольше ее делаем. Потом, если что, можно ее уменьшить. Здесь сделаем вот эту перегородку. Ну, а тут потом будут надрезы. Так. Вот здесь мне уже не нравится. Вот так. И вот эту скулу. Вот таким вот образом. Раз. Во. Добавляем теперь на скулу именно клеем. Чуть-чуть поднабрасываем вот так вот. Здесь чуть-чуть тоже смягчаем. Наверх вот сюда больше добавляем. Вот сюда. И как бы вот сюда к уху проводим полосу. Шифтом это все немножко выглаживаем. И нужно вот эту часть, вот эту вот, вот, чуть-чуть вытянуть. Вот таким вот образом. Вот, вот теперь верю. И немножко вот так. И немножко вот так. Так, здесь шифтом выглаживаем. Подгоняем, чтобы поближе глаза вот здесь вот были. Угу. Так. Ну и опять же через Alt и без клея побольше сделать впадину. Во. Так. Это уже доделается. Это уже надо будет с клеем делать вот эту часть. Вот так как бы. Она делается как раз вот приглажена. Ее еще можно флаттеном немножко вот так попроходить, пока глазниц нету. Так, делаем теперь. Здесь еще смягчим шифтом. Выгладим вот так вот. Раз. И добавим разрезы вот сюда. Можно вот здесь кисточку побольше. И один разрез сюда. Один сюда. Вот. И вот эта вот мягкая часть. Вот это вот. Давайте немного поднадуем без клея. Именно кисточкой Draw. Вот так вот. Ну и тут чуть-чуть поднакидаем. И немножко все это дело как бы растянем. И как бы приподнимем. И как бы вот так вот вот эту часть надуем. Так, теперь нужно еще лоб немножко выровнять. И бока немножко, ну, наверное, попробуем через Alt большой кисточкой вмять. Вот так вот. Во. Где-то так. Здесь уже можно поднабавить, так поднакидать. Так. Ну и вот этого не должно быть. Надо еще его поднадуть. Побольше кисточку ставим. И как бы вот так вот раз надуваем. Так, здесь опять же надуваем. И ухо выводим сюда. И немножко поближе к голове вот сюда. Угу. Нос
Надуваем, так нос уже надуем кисточкой. И ноздри тоже побольше. Так, вот эту часть, где губа, надо вытянуть еще вперед. Вот таким вот образом. Во. А вот эту губу немножко увести вглубь. Вот таким вот макаром. И нужно поработать еще с губами. В плане каком? Так, подбородок у него вот так. И чуть-чуть еще, наверное, побольше. И немножко так. Вот здесь вот. Вот где-то вот так еще. И подбородок как бы к низу. Вот эту всю часть еще к низу надо надуть. Ну и челюсть чуть-чуть вот так вот вниз увести. И с этой части вот так сетку подтянуть как бы в бок. Ну и тут чуть-чуть сетку округлить. Во. Немножко уводим. Немножко вверх поднимаем вот эти части. И вот эту часть чуть-чуть вот так вот, ну, придаем вид нормального черепа. Вот так. Здесь потом шея пойдет, это все будет лучше выглядеть. Так, все, переходим к губам и вот к этой части. Здесь вот делаем вот такие мягкие ткани, части, надуваем их. Здесь делаем. Так, челюсть вот, почему внешний вид может не контактировать? Челюсть у него широкая, значит, вот эту часть еще дальше надо отвести. Во. Здесь чуть-чуть опускаем и вот эти глазные части приподнимаем. Вот так как бы уводим в бок. И как бы вот, ну, улыбается все-таки. Губы побольше, вот эту губу еще прям побольше на вот так ее как бы приподнять. Ага. А эту чуть-чуть вниз. И чтобы они получились нормально, надо их теперь правильно надрезать. Так, вот эту часть чуть-чуть расширим. Чуть-чуть вот так как бы опустим. И вот здесь вот уведем вдаль. Выбираем кисточку теперь не резкую, а драйв. Без клея. Так, уменьшаем размер кисти. Прям поменьше. И альтом вот так вот побольше прорезаем. Так. Здесь как бы вот так уходим. И здесь надрезаем вот эти части. И под носом чуть-чуть вот так. Теперь берем флаттен и потихоньку флаттеном вот здесь вот так губу начинаем выравнивать и как бы, ну, приглаживать. И вот здесь вот вы видите, здесь она пошла вверх, а здесь нужно ее увести вот сюда. Вот так. И как бы утончить. Так, теперь шифтом можно чуть-чуть выровнять и вот эту вот кисточку, так, вот эту губу проходим флаттеном. Интенсивность можно побольше и вот так все это дело здесь подрезаем. Вот, теперь кисточку побольше и вот в такое положение угол вот этот ставим. И вот так здесь тоже делаем. Вот так. Вот. Шифтом немножко выравниваем. И вот эту губу, прорисовываем уже вот этой кисточкой драйв. По краю так вот проходим. Так, смотрим внимательно. Где-то тут можно подтянуть еще будет. И намечаем вот здесь вот этот край.
Вот так. Здесь тоже так детализацию можно уже побольше. Так, кисточку поменьше. У меня программа вылетела. Надо чуть-чуть детализации прибавить. И опять повторяем здесь. Вот так вот делаем. Смотрим сетку. Она не плотная, все нормально. Бывают у скульптуры такие сбои. И сохраняется хорошо, что она загружает последнюю сцену. Хотя бы там, ну, не совсем последнюю. Ну, что-то хоть сохраняется. А то вот вылетает ZBrush там или еще где-то. Это с концами бывает. Так. Особенно в мае, по-моему. Там вылетело и забыли. Так, это есть. Во. Ну, вот это вот угла, вот этого, у него не должно, я думаю, быть. Делаем кисточку побольше. И вот. Вот таким вот образом как-то. Так, смотрим сверху, смотрим сбоку. Угу. Ну, вроде все нормально. Так, это вроде все нормально. Ну, вот с губами и вот с этой частью еще нужно будет поработать. Так. Здесь глаза уже будут доделываться в ZBrush. А здесь вот так, вот с этого ракурса смоем. Вот эти скулы еще больше сюда надо вывести. Еще больше. И сейчас надо будет ухо уже надрезать. Вот сюда уши еще побольше вытягиваем. А вот эти части немножко как бы уводим вглубь. Во! Так, смотрим, что да как. Добавим мягких тканей вот сюда. Поднакидаем вот эту вот, ага, чтобы губа была здесь надутая. И здесь тоже губу. Здесь можно шифтом уже нижнюю более-менее посильнее выгладить. Так, ага. И как бы, так, вот эту поменьше поставим детализацию. И вот здесь вот поднакидать шифтом, выгладить. Так. И вот эту губу нижнюю даже можно еще приподнять. Вот так вот. Ну, так она не должна быть. Они у него ровные должны быть. Раз. Так. И вот эти части тоже ровные. Во. Вот эти части еще приподнять. Так. Вот так. Так, наметить надо ухо. Поработаем с ухом, это уже резко. Здесь вот посильнее кисточку ставим, интенсивность, и больше надрезаем, как бы округляем. Здесь тоже больше придаем ей вот эту вот задавленности. Так, здесь черепушку немножко еще придадим флаттеном. Как бы вот такую форму. Здесь затылок наметим. Так. О. Чуть-чуть челюсть побольше. Уши подальше. Во. Вот это теперь да. И вот так как бы уши. Вот так. А эту мочку как бы вперед подаем. Вот сюда. Вот так. А это ухо чуть-чуть вот так вот. Как бы перекрученное пусть будет. И флаттеном чуть-чуть вот так все это дело закругляем.
Так, здесь теперь делаем надрез. Вот таким вот образом. И вот эту часть, где ухо, подсаживаем поглубже. Вот. Теперь вот эту часть тоже вот так, а эту вот так. И проходим ее тоже флаттеном. Вот таким вот образом. И вот эту часть тоже можно зацепить, где челюсть. Так, тут чуть-чуть порвало. Ничего, сейчас докидаем сетку, подправим. Сетку делаем больше детализации. И вот когда рисуем, вот здесь вот так вот. Вот так вот будет дело происходить. Так. О, сетку теперь поплотнее. И вот здесь вот чуть-чуть. Кантом пройдем его вот так вот. Здесь теперь через Alt углубим побольше, прям поглубже, чтобы ухо респектабельнее это красиво смотрелось. Так, смотрим, чтобы сетка тут не поломалась, чтобы потом проблем не было. Кисточку уменьшаем. И проведем через Alt вот этот вот так надрез. Во. И оформим вот эту часть. И сгладим ее. Вот эту и вот эту. Во. Через Alt еще вот здесь вот так вот, здесь наметим, здесь вот так тоже проведем и уже резкой. Раз, вот так вот. И вот эти части нужно будет добавлять. Это уже драйв, кисточка побольше и вот сюда. Так. И вот сюда. Ну и снизу докидать. Так, это что-то уже похоже. Так, вот эту часть немножко уменьшим. А вот эту челюсть надо вперед ее немножко вот так вытянуть. Так, и челюсть у него помощнее, надо вниз ее. Вот так. И вот так вот отвести, ухо подправить и черепушку заднюю чуть-чуть побольше и чуть-чуть повыше. Так, можно ее попробовать присадить. Эту часть вот так вот. Поработаем с клеем, с носом. Кисточку поменьше. И вот так вот поднакидать. Здесь шифтом чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть прибавить. Вот эти части. Так, вот эту часть. О, помягче. И вот эту челюсть нужно флаттеном вот так прям раз. Здесь тоже вот так ее помягче. И здесь как бы накось. А здесь уже округлить.
Ну и опять же пробуем ее вытянуть отсюда. Вот так вот. Смотрим спереди. Вот эти части еще больше вытягиваем. Вот так вот, да. И немножко их приподнимаем. Ну и немножко лоб на кося. Вот так вот. Здесь выглаживаем и добавляем мочку. Ну пусть клеем будет. Вот так вот. И вот эту часть можно немножко еще оп, клеем вот так вот провести, округлить. Так как бы. Так, смотрим, что у нас тут тоже клеем тут. Немножко возле глазниц провести. Вот так вот. Нос немножко еще, наверное, побольше сделать. И вперед его чуть-чуть подать. Так как бы. Во. Глазницы чуть-чуть тоже подальше. Ну и два серьезных надреза таких. Оп. Здесь тоже убираем вот эту часть. Так, вот эту часть нужно платином пройти. Вот. Закруглить. Вот. И вот эту часть носовую приподнять повыше. Так вот. Так, нос чуть-чуть подальше. Вот эту часть чуть-чуть тоже. Как бы вот так. И немного клеем поднакидать вот так вот. Так и позагладить вот так вот эту часть. Во.
Ну а теперь смоем сверху. Вот так вот. И чуть-чуть округлить. Смотрим тут теперь. Здесь чуть-чуть вот так. Чуть-чуть вот так в бок увести. За ушами прибавить. Ну чем вам не Мауи? И все по памяти. Так, здесь вот глаза, веки станут уже будет прикольнее. И вот здесь вот, что я еще забыл. Shift, правая кнопка мыши. Вот эту часть вот надо тоже. Вот так. Так вот. Так, здесь уже шея будет, уши немножко подкорректировать. Ну, здесь вот чуть-чуть мягких тканей добавить. Во! Вот эту часть даже можно чуть-чуть прибрать. Вот так. И приподнять побольше. Там просто волос будет. И потом она сама сделает так ее. Так, это вот так. Ну, а здесь добавим шею потом. Глаза добавим. Где-то забрашивать чуть-чуть это все дело. Подкорректируем. Вот здесь вот. Дорежем. Так. Вот эту часть можно еще вот так как бы наметить. Вот так. Оп. И вот так вот. Угу. И вот эту часть чуть-чуть увести. Так, а вот здесь добавить. Вот эту часть такую мягкую, как мешочек. И чуть-чуть надрезать. Вот так вот раз. Ну и здесь вот. Подкорректировать нос. И глазницу чуть-чуть вот так вот нарисовать. Во, круглые глаза у него будут нормально. И вот здесь вот нужно вот эту часть поднакидать. Так, побольше уже без клея пройдем. Так. Ну и вот сюда чуть-чуть тоже под губу кинуть. Угу.
И шифтом чуть-чуть. Вот так вот. Ну и флаттеном последний заезд. И буду заканчивать болванкой. Вот так еще вниз чуть попышнее. Как бы кверху. Итак, вот такая болванка Мауи. Потом буду делать уже полностью волос, наверное. Ну, лепить буду полностью и персонажа, и волос. Все будет лепленное. Все с обтулом. Все, всем пока, до свидания.